Салам, Кыргызстан. Мен атым Азамат. Учурда Бишкекте жашайм. 10 жылдан бери ырчы болуп кафе-ресторанда иштеп келем. Буйруса, бул долбоордун көптөгөн ийгиликтери болот деп үмүттөмүн. Биринчи проектин көрүп, аябай суктанып, кызыгып, анан ошо экинчи сезонго келдим. Жалпы уюштуруу жамаатына, жалпы катышуучуларга ийгилик каалайм. Буйруса алдыда баары жакшы деңгээлде өтөт деген ойдомун. Бардык кыргызстандыктарга салам. Атым Азамат, ушул проектке келдим. Кичине талантымды тарталап кетейин. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Listen, if the sky that we look upon should tumble and fall, and the moon is the only light we see, I won't cry. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, no, stand by me. Yeah. Stand by me. Баракелде. Мен дардың кач жолу кырдым? Самат. Бир жагы эле 5 жыл болчу. Ошондо болуп кетти. Бир жагы эле. Даже көбүрөөк болуп, э? Мен эле интрига кылам десем, Азамат ал интриганы бир ай мурун даярдап келген окшойт. Улам эле качан кайрыма башталат, припев башталат десең эле. Жо. When the light кайрылат. Биз интрига кылбай эле Азаматты көрөйүн. Азамат, мен ойлойм, азыркы уровень, да, мне кажется, бир жагы эле бир российский голоско барып эле спокойно өтө турган бир исполнение болду. Такой красивый тембр, да? Очень красивый тембр, Азаматсың. Ошондо өттүбү? Албетте, да. Азаматта жигиттер өтпөсө кимдер өтөт дейм мен. Азамат, мен дагы макул деп айтам. Я даже без каких-то сомнений сразу же говорю «да», потому что просто великолепно держишься на сцене, такой тембр голоса, завораживающая манера и столько харизмы. Все, Азамат, ты Юлю заворожил. Христа, да. Юля завороженная сидит. Тилекке каршы мен бүгүн сага жок дей албайм. Молодец, бирч. Интрига кылдым, молодец. Бир-бир. Мы потом с Кайратом разберемся. Да. Жок, эме, галочка мен давно эле коюп койгом. Да, деп. Чоң рахмат. Ну, слушай, ну ты молодец. Ты действительно такую интригу сделал, что аж Джидеш три раза я видел, как она пыталась спеть с тобой, но ты прям на припеве. На припеве, да. Вот ты так долго как бы их интриговал. Для чего? Это была такая фишка твоя? Вообще, сама песня, я хотел, чтобы все куплеты и припев, чтобы поместились. Ну да, у вас полторы минуты времени, и вы должны были уложиться. Первая такая, первый план был именно внести все четыре куплета и припев. Так получилось, что куплет и в конце припев. И так получилась сама по себе интрига. Да, ну вот ты сейчас такой спокойный, уравновешенный. Ты же прошел во второй тур. Твои эмоции, вот покажи. Это футбольный матч. Кыргызстан, Индия. Индия. Как выиграли, вот так. Вот.
Приблизительно вот такие вот эмоции он испытывает. Ну, Азамат, я тебе желаю удачи. Ты прошел во второй тур, это уже отлично. Мы за тебя болеем. Ты реальный Азамат.